На грядущий купальный сезон спасателям поступила 71 заявка на обследование потенциальных мест околоводного отдыха. Из них было лицензировано 64 участка. Этим летом в регионе будет развернуто 22 частных и 42 коммунальных пляжа, сообщили сегодня сотрудники департамента по ЧС на брифинге в областном акимате. Дополнительно будут развернуты и стационарные бассейны для бесплатного детского досуга. На территории области у нас имеются 20 стационарных бассейнов и 11 каркасно-модульных бассейнов. Каркасно-модульные бассейны у нас установлены в таких местах, как город Ахтубе-1, Айтикиби, Каргала, Хабда по 2, Храмтау 3 и Шалкар у нас по одному были установлены. В этих местах дети могут купаться также бесплатно. Купальный сезон у нас традиционно стартует 1 июня. И с момента потепления к административной ответственности полицейские привлекли уже 4200 человек за нарушение норм отдыха у воды. Это разжигание костров, выброс мусора, купание в запрещенных местах. Для повышения эффективности профилактических рейдов к их работе в этом сезоне будут подключены дополнительно 200 спасателей, 20 единиц техники. Не обойдется без волонтеров и конных патрулей. Также на прошлой неделе прошло обучение дружинников-спасателей, которые будут дежурить на коммунальных пляжах. Влад Ругушев, Жаслан Жубаев, программа «Факт».